Ну шо, бойзы, здорово. Тут такая новость прошла, что все-таки наш проектик закрывает, по которому я много времени что-то делал. Так сказать, так называемый контент. С одной стороны, это обидно, а с другой стороны, это как-то, ну, отвязка от определенного контента. Как вы понимаете, от сурвы. В свое время я покупал ключик за 100 баксов, поэтому мой внутренний еврей негодует. А с другой стороны, до 40-го патча я получал удовольствие и вполне оправдал свою денежку, которую я вложил в проект. А отсюда вытекает, что ты, да, именно ты, зритель, который смотрит в данный момент эту бессвязную речь, можешь предложить что-то интересное для меня, точнее, предложить направление, в котором мне дальше идти, а еще точнее, проект. Хотя я уже кое-чем занят и кое-что на подходе, так сказать, большой 3D-проект. Оценишь, посмотришь, харкнешь, не знаю, выберешь сам. Напоследок хотелось бы сказать, не унывай, все, что делается, делается к лучшему.